Что ты сейчас сказал? Я не заметил, как за неделю купил 4 новых гитары. Это как это? Ну так, я джазом занимаюсь. Так. Изучаю. Но там у них своя специфика. У меня есть несколько гитар, но мне захотелось... И смотрю, такая фирма D'Angelico. Такие красивые гитары. Я вспомнил, что они... Я их видел в мире музыки. И там такие цвета, голубой, салатовый, там. Цвета такие необычные. Такие винтажные. А гитары современные. Еще две купил. Потом еще посмотрел видео. Смотри, такая рыжая, что-то у меня такой нету. Поехал, еще одну купил. Господи, простите. Потом смотрю, такая вообще какая-то вишневая, с коричневой. В смысле, я очень много сейчас информации смотрю, очень много разных видео. Попутно английский улучшается прям, скажем, нет. Раньше американцев понимал, англичан не очень, сейчас уже всех понимаю. А там же надо не просто понимать, там, понимаешь, какой-нибудь, он говорит там C major 13, там, на английском все, 13 минус 5. То есть вот в блюзе, допустим, есть определенные навыки там, и ты остальное просто душой играешь, как бы, вдохновением там, или просто одно-то. А в джазе там надо все время мозги включать, там надо соображать, там, в общем, все, как высшая математика. И мало того, что надо соображать, надо еще что-то все выучить, чтобы мышечную память забить, а это все очень сложно. Это... Я собирался до Нового года там освоить